Это не просто выпуск про какую-то дегустацию Бакара, да? Который проходит в таком городе, как Казань. Тут все намного по-другому. Я думаю, вы сейчас поймете, когда я вам скажу такую маленькую вещь. А по моим примерным подсчетам, эта дегустация должна попасть в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная дегустация табака кальянного в заведении. А я тебе скажу, дядя, сколько здесь людей. 2500 людей, которые пришли попробовать Бакар. Давайте-ка мы сейчас пройдемся по всей очереди и потом зайдем вовнутрь и посмотрим, как это будет все выглядеть. Пиздануть. Выпуска тогда не будет, не надо. Вы в ахуе, а теперь пойдемте вовнутрь. Посмотрим, это еще только маленькая часть. А мы сейчас идем вовнутрь, ребят, я вам покажу весь этот пиздец, который происходит. Вы не мерзнете, девочки? Вам кофе вынести? Так, давайте я сейчас вырублю, а то мы так ни хрена не пройдем. Мы, короче, добрались отсюда. Собственно, еще раз вам покажу все это. И давайте прям зайдем, чтобы не подумали, что я дождался, пока все зашли. А потом смонтировал уже выпуск. А теперь смотрим, что у нас внутри. Так, мне вот интересно, на втором этаже еще есть места? Пока есть, ребята, пока есть, поверьте. Берите свои мускулы в руки и гоу-гоу наверх. Смотрите, вот здесь тоже есть столики, пока почему-то свободные. Вы только представьте, там еще огромное количество людей, которые желают сюда попасть. Вон там есть столики. А сегодня будем курить без остановки. Это полнейший пиздец в плане дегустации. Столько народу, просто неебически. Откуда они вообще все взялись и как так можно было сделать, чтобы именно на дегустацию Бакара в Казани пришло почти 2500 людей. Ребят, это реальный рекорд в Книге рекордов Гиннесса по дегустации кальянного табака в заведении в одном городе. Какие вкусы, Бакара, эти Бакари? Кузина и грейпфрут. И что-нибудь еще? Нет, вообще ничего не курил. А, не курил? Нет. Пивка какая классная, пивка. Короче, это пиздец. Да. А это я. А, да, это он. И он еще не покурил. Я еще не покурил. И не факт, что покурит. Пивка, воу! Добрый вечер, Казань, друзья, здравствуйте! Как дела? Как настроение? Не, стоп, так не пойдет. Казань, как настроение? Вот как-то лучше, немножко просыпаемся. Давайте пообщаемся, познакомимся. Меня зовут Айнур, сегодня я буду с вами отдыхать, курить, раздавать подарки, просто кайфовать максимально. Я обещал, что подарю подарок тому человеку, тому гостю, который первый попробует все наши вкусы. Полина, где ты? Полина первая это сделала, я ей верю. Где ты? Где, Полина?
Полина уехала домой. А, нет, Полина, ребята, пожалуйста, передайте Полине. Все, супер. Давайте еще подарки сейчас раздадим. Смотрите, друзья. Предлагаю прямо сейчас вот максимально лайтово провести этот вечер. Серьезно, давайте не будем напрягаться особо. Но есть подарки, есть желание их раздать. Друзья, давайте пообщаемся. Кстати, столики все заняли, как все там отлично. Прям музыку можно потише сделать. Ребята, прямо сейчас давайте поднимите руки, кто курит кальяны 1 год-2. Отлично. Супер. Теперь поднимите руки, кто курит кальяны 3-5 лет. Отлично. Теперь поднимаем руки. Те, кто курит 6-8 лет. Так. Второй этаж тоже есть, отлично. Теперь поднимаем руки, те, кто курит 9-11 лет. Есть такие? А кто курит 12? Дава. Передайте, пожалуйста, вот тому красивому, неизвестному мальчику для меня подарок. А он уже камнем я даст вокруг себя. Вот, Дава, держи. А ты какой-нибудь девочка красивой. Так, чтобы вы понимали, сейчас 6:20. А это значит, что с начала дегустации, когда сделали старт дегустации, прошло 2 часа 20 минут, а народ еще идет и идет. А что касается 2500 людей, откуда я взял такую сумму и как вообще она образовалась? 2500 людей зарегистрировались и получили билет на презентацию Бакара. То есть отсюда такая сумма, да? То есть, возможно, сюда пришло 1500 людей. Там полторашечка здесь по-любому есть. Это ебануться просто, что. Но это один хуй, это рекорд, блядь. Такой дегустации еще никто не делал. Обычно, когда происходят такие движники, когда люди стоят в очереди, появляется очень много негатива. То есть, да, как бы без него никуда. Но даже те, которые зашли, они вот только-только дотронулись до кальянов, потому что народ там пиздец как бушует, блядь. Но это Казань, она всегда отличалась своей активностью. Казань всегда отличалась своей, знаете, отзывчивостью. И я даже на самом деле не уверен, то есть не разочаровался, блядь, как сказать. Короче, я как бы ожидал примерно такого в Казани на такой дегустации. Короче, прикольно. Казань прям красота. Так что вот так. А, кто стоял в очереди, мерз на улице, а у нас всего 10 градусов, вы красавчики, вы дотерпели. А, дальше не вижу смысла снимать дегустацию, потому что там шумно, там гумно. И очень-очень много народу. Поэтому просто кто уже попал сюда, то получайте кайф. Думаю, будет круто. Обязательно ставь лайк, пиши комментарий.